Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Вот я пришел и решил попробовать половить на фидер. Но видите, под берегом лед стоит. Стоит лед. Не знаю, конечно, что делать. Как бы там, где-то за кустиком сидит рыбак, пытается ловить со льда. Ну, конечно, молодец. Меня пригласили на лед полить. Не хочу ехать. Не хочу больше рисковать. Все, буду что думать. И вот я разложил новый спиннинг, который я показывал. Вот он здесь, вот он есть, вот он. Видите, вот там его конец, кончик. Вот на фоне этого, может быть, видно будет. Видите, он жестковатый. Сейчас я показываю вот этот спиннинг завалящийся, который мне товарищ подкинул, как ему его совсем не нужный. Видите, тут совсем играющий кончик. Но я его использовал для ловли как фидер, как на кормак ставил. И на этот тот спиннинг завалящийся, вот он совсем никакой. Ну, настоящий спортсмен, рыбак бы его и не брал, и не берет. Он там копейки стоит. Я к нему присобачил кончик. Видите, вот такие наборы кончиков фидерные. Самый... Тоненькая часть у меня вот обломилась. Видите? Вот она, обломилась у меня. Но на этот спиннинг я поймал самую крупного сазана в своей жизни. 12,5 килограмм. Вот кто, жалко, никого не было. Я его подтащил к берегу. Никого нет, а взять не могу. Подсак, ну не получается. Я даже в воду прыгнул. Ну, взял его все-таки, потом как-то покажу и расскажу, на что я поймал. В общем, сейчас буду пробовать, кидать и так далее, и тому подобное. Что-то буду делать. Вон там подсак, ну, тут тоже, видите, вот лед. Ну, я думаю, что растает, солнышко светит, а там посмотрим. Фидеры кину и попробую на пулю покидать. Вчера у меня поломался там. Вот старый спиннинг я сейчас использую как фидер. Вот видите, вот он кончик. Вот пошла там нитка. И вот он, я его поставил на рулечку. Стоит. На успех я, конечно, не рассчитываю. Но что делать, подышим воздух. Оснастка фидерной снасти бывает довольно-таки различная. У меня такая простая, своеобразная. Вот сетка металлическая. Я не делаю, не покупаю эту всякую. Делается еще с контейнером под пленку цветную раньше было. Потом вот две бусинки. Дальше появится. Я ставлю поводок двойной. То есть на петле. Соединение. И вот наживляю вот так вот это. Все, когда рыба клюет, то она клюет. И разницы нет никакой. Мы сидели рядом у товарища супер фирмовые снасти. У меня простая. Рыба клевала. Сейчас клева нет. Ко мне уже подошло, ну, человек где-то около 15 спиннингистов, рыбаков разных. И потом у берега ходили. Никого ничего нет. Я сразу сказал, что на какой-то результат я не рассчитываю. Ну, что делать? Пробуем. Дальше буду ставить на этот спиннинг новый. Покажу, как он будет работать. Вон рыбаки на том берегу собрались и пошли домой. Если видно, я не знаю, немного против солнца. Просидели с самого ранку и ничего видно не поймали, он уже пошли домой. У меня тоже затишье, я перекидывал несколько раз свой импровизированный фидер, ни одной поклевки не было. Товарищ звонил, ловил удочкой по открытой воде вчера, говорит, ничего не поймал. Хотя до этого клев был. Вот такие вот расклады. Рыбаки бродят стаями. Вон там куча ходят, как альпинисты. Этот и толку нет.
простояло определенное время, вот, нетронутый. Вот второй крючок, нетронутый. Ничего не запуталось. Все нормально, рыба просто не клюет. Собираю, сейчас пробую тут. Буду попробовать забрасывать. Может быть, вам что-то будет видно. Конечно, это не двухручный спиннинг. И тут к нему нужно немножко, наверное, приспособиться. Ну, для кормака, для фидера он будет работать. А тут, может быть, к нему, конечно, есть вопросы. Ну, попробуем. Сейчас вот мы его забрасываем. Тут у меня пуля стоит. Всем известная груша, пуля. Вот. Забрасываем. Конечно, далеко она реально не летит. Забросил ее на половину речки. И вот, вот. Ну, в принципе, работать, говорится, можно. Но все равно немного не то. Не то немного. Вот. Тем более, если клюва нет, то убедиться в реальности сложно. Ну, как говорят, на безрыбье рак рыба. Ну, для кормака и как фидер работать будет, это 100%. А так не очень, в крайнем случае. Хотя, допустим, был там в проводку, если ловить окушка или даже щуку, то, может быть, результат был бы. Я говорю так, как оно есть. Вот и все. Вот эта грушка, на которую можно было бы поймать рыбу, но если она, как говорится, не хочет клевать. Ладненько, спасибо за внимание. А еще дополнение к тому, что почему далеко она не летела. Грушка у меня, в принципе, легенькая, а нитка, в принципе, толстая. Вот эта нитка, где она тут у меня есть, вот, это где-то у меня 0,16 нитка. Сюда надо ставить 0,1, конечно бы она летела дальше. Вот все, весь, как говорится, расклад. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. А вот самые отъявленные зимние рыбаки в заливе, видите? Вот, сидит и ловит. Может быть, что-то и поймает. Ну что оно, клюет? Понял. А Сани не было? Ну, ходит на безмотылку, ловит все время. Понял. А что ж поймал? Ну и то хорошо, я и клёны бачил. Понятно. Ну давай, лови.